Владельцам маломерных судов, которые хотят снять их с учета, стоит поторопиться. С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в налоговом кодексе. И платить придется за любое маломерное судно, зарегистрированное в реестре ГИМС. Речь идет о судах массой до 200 кг и мощностью двигателя до 10 лошадиных сил. По закону их надо было регистрировать только до 2012 года. Сейчас не обязательно. Поэтому, чтобы сэкономить на налогах, владельцам таких судов необходимо снять их с учета. Государственную пошлину при этом платить не нужно. Для того, чтобы снять с учета маломерное судно, которое не подлежит обязательной регистрации, как я уже сказал, вам необходимо будет обратиться в подразделение Государственной инспекции по маломерным судам. Хочу обратить внимание на то, что именно в то подразделение, где данное судно стоит на регистрационном учете, написать заявление. При себе необходимо иметь паспорт и, соответственно, судовой билет, в котором государственный инспектор проставит отметку о снятии данного плавсредства с регистрационного учета.